Лентимижр у пошухода приходит время перехода. Дима сантимижр машрапата. Для вас, для людских параметров, для систем человеческих существований бижуку мошухода очень важна дата 21.12.2021 год. Лема сантимижрпата, когда каждое человеческое сознание выйдет на состояние системы индекса работ. Лидах Маша Машракат, это когда каждая человеческая суть выйдет на свои программы, на свои эмоции, на свои сути существования той энергии, которая прописана вам дальше на пути. Ленди Миша Машар Масхарбат, для того, чтобы вас сонастроить на более эффективную работу, Бижу Крумошу Коту, для того, чтобы вывести качественно с настройки индекса работы физического аватара и эфирного поля, и осознанности, в том числе эмоционального центра, Бих Маша Машар Масхарбат. Естественно, мы будем вас вести, проводить в полях для того, чтобы индексировать максимально возможные формы в мягком, нежном, качественном переходе. Лидах Ма Сантимижрбата. Что же будет происходить 21.12.2021? Дима Сантимашкана. Весь индекс, который вы будете получать в переиндексации форм программ, носитель матричных программ 3D и 4D, Дима Шукумошрукода будет индексироваться в осознанности, в вашем чипе, в вашем программном эпиходе Бихма Сантимижркада именно в ночь с 21 числа 12 месяца, уже к работе в 00 часов 00 минут. Лима сантимижа крамашхада. Для этого мы подготовим базовую основу и проведем практики, проведем осознанное восприятие, то есть будет прямой эфир бижу машапата для того, чтобы вы понимали, как дальше осознание будет вести себя в пути. Михмаша Мада, как тело будет реагировать на состояние сонастроек. Михмаша Мода, какие события в первую очередь придут в сонастройку. Михмаша Машкада, и те вопросы, которые вы будете определять, соответственно, для опыта, для сонастройки, для осознания, будут выдаваться по параметрам. Михмаша Машрукада, практики 21 числа будут выдаваться чакральные. Дима Сантимижа Крумоша Кода. Мы будем проводить их в утреннее время для того, чтобы сонастроить тело, энергетическую суть поточно. Лензи Мишермада, ведь каждый центр отвечает за программу, соответственно, базовый показатель нужно правильно переиндексировать. Межикромашахада через кодовые носители, через физическую энергетическую оболочку, через центр, который вам дает жить. Бихмасантамашакада. Индекс системы будем сонастраивать на более поточное восприятие. Димашакмашкана. Что это даст? Михмаша Машарпата. Во-первых, программное включение более емкое, более качественное. Адаптация систем, джукрумоды всех энергий, которые прописаны в программных кодах. Михмашкана. Адаптация тела, бижукрумоды. Соответственно, энергоцентр включает в активные формы работы. Димасантимижукрумады. Также в состоянии системы осознанного раскрытия бижукрумошкона, когда вы сможете задать вопросы и получить ответ, вы будете осознавать, куда вы идете, вам будет более легче путь сонастраивать в этом потоке. Ледах массантимижакумоши жукурмошукоды миссинтымашакада. Также будут выданы формы именно бихмасанта жукурботы в процессе перехода медитативные для того, чтобы сонастроить каждую клеточку вашего организма. Бихмасантымашакада. Это будут вечерние, ночные практики бижукумошкона, которые дадут вам возможность плавно перейти в эти источники. Михмашармадахрабата. Сознанию перейти, состоянию центров перейти. Бижукумашрукоды, клеточному уровню перейти в работы и, соответственно, индексировать в медитации все качественные формы. Что это даст? Дима Сантимижкана, вы и так кому запланированно перейдете, но когда вы применяете более эффективные качественные инструменты, бижукумашрукоды, это более емко отражает формы в осознанности. Соответственно, все программные матрицы, они тут же даются в показателях Мишумашрукоды, они тут же выделяют свою энергию, которая дает возможность правильно рассчитать программы, осуществить их в своем пути и, соответственно, принять и осознать. Димышек Машерпады, когда центры на состоянии системы переиндексации, именно во время переходного состояния, естественно, эти программы будут более интенсивны и качественно работать для вас. Мих Машикана, быстрее будут собираться события, более емкие формы программ будут выстраиваться в сознании, рассчитываться сознанием. Лимышек Курмошеркурбот, интенсивно работать энергия тела будет в потоке, потому что индексация форм, она абсолютно другого порядка. Лендых Мистинты Машерпурбот и Мистинты Мат. Поэтому медитации, та, которая будет выдана в ночной время именно на ту дату бихмаша машрапат на 0 часов бихмашка 0 минут для того, чтобы сформировать поле одних энергий других и совершить поточность. Бихмасантимишкармашкада, для кого подойдет эта практика бихмасантимишкан? Естественно, для всех, кто настраивает переход михмаша машрапат. Естественно, 22 числа бижукумашурбошхурбот мы будем адаптацию вести по этим формам,
QR-кодом и также будет чекральная система, запланированная в потоке для того, чтобы правильно перейти в возможные формы. Линзы Мишмашикан, то есть все формы системы сонастроек физическо-энергетического осознанного восприятия настроены, чтобы качественно, глубоко, тонко перейти в Бихмасанди Межрипат. Это ваше новое рождение, это ваша новая жизнь, соответственно, чтобы их правильно принять, активизировать Межгурмашрипат в активную форму работы, соответственно, правильно, качественно сонастроить. Это очень важно для осознанности, для тела и для эмоционального центра в том числе. Линдах Маши Машракана. Практика подходит абсолютно для всех душ, которые стремятся в переход Мих Машакад. Если даже при форматировании в системе 3D формата вы остаетесь в прежних полях, но вы в любом случае Бижикмошрупот остаетесь на качественной форме основы. Естественно, эти качественные формы основы нужно принять, адаптировать и запустить в энергопроцесс. Михмаши Карбата. Ведь как вы запускаете энергию, от какого состояния, от какой формы физического восприятия, от осознанности Бижикмошрупота зависит, естественно, дальнейшая работа. Я вам неоднократно говорила о том, что создать свою реальность, создать свою поточность Бижикмошрупота, и вы создаете свои реальные формы. Бихмасанди Межакамада. И данные системы, они заложены в параметрах для того, чтобы синдексировать эту верную поточность, максимально качественные показатели создать, синдексировать правильное сознание Димашакумашукона, вывести клеточную, энергетическую, физическую работу Бихмашакада и правильно создать эти новые существования. Линзи Мишамашакумашакурботы. И также 22 числа вам выдастся информация, уже будут четкие формы распределения по точности Бижикмашкана, какие души, в каком формировании программа имеет свою суть существования. Вы также сможете задать вопросы по 4D формам и, соответственно, в путь дальше проходить. Линдахуну Мошер Курмоша Кода. Рекомендую всем посетить эти формы. Почему? Потому как Михмашикада, от того состояния, как вы создадите сонастройку на переходном моменте Михмаши Машхада, будет зависеть очень многое. Михмаши Машхада, ваша сонастройка, ваше состояние системы поточности, ваша клеточная работа, ваш центр в этом поточном состоянии, ваше состояние эмоционального центра, то, что в медитации вы будете проходить и достаточно гармонизировать, балансировать свои основы, потому как вы выходите в новые энергии. Михмаши Машхада, естественно, хочется вам помочь. Дима Сантимиджа Кармада Харбата, потому как у многих сознание уже перешло, состояние эмоционального центра еще дублирует старые программы Бихмашикана. Здесь могут быть разные состояния перехода, создать вам свои тоже курмоты сонастройки, и чтобы качественно и плавно принять их в свои формы Бихмашикана согласно переходным состояниям, естественно, это помощь вам. Линдых Маши Машрипата Хрубосы Хода. Поэтому активизируйте форму работы, выходите в эти источники Бихмасанти Мишикада. Это вам только поможет для правильного, качественного перехода Бижикурмоты, создать целостную работу, создать структурную форму Бихмасанди Машакада и, соответственно, создать в дальнейшем качественную жизнь. Линдахуна Рыбаса Жикана, я вам желаю всех благ и быть здоровыми. Я вас приглашаю на программу перехода, которая будет проходить 21 числа и 22, поэтому следите за информацией и, в общем-то, до новых встреч. Всем рыбасам!